Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке я покажу вам виджет, при наведении на который можно применить эффекты на текст вот такого вида. Сейчас я навожу мышь, и вы видите, как текст расслаивается на несколько других копий текста с другими цветами. В данном виджете цвета можно настраивать на свой вкус. Переходим в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки данный виджет я перетаскиваю на холст, как обычно. И сразу же давайте посмотрим настроечки. В поле «Текст» вы вписываете тот текст, на который хотите применить эффект. Ввели текст, нажимаете Enter. Следующая настройка «Текст Color» — это цвет самого текста. Кликаем по квадратику, и в списке можете выбрать любой цвет. Ну и, соответственно, «Hover Color» — это цвет при наведении. И у нас там три цвета. То есть три позиции, три вида копии текста, которые немножко отходят от основного текста, что позволяет сделать такой эффект, который вы наблюдали. Соответственно, здесь уже ничего сложного нет. Вы выбираете тот цвет каждому эффекту, который вам нужен. Я эти цвета оставляю как есть. Далее вы можете выделить виджет, нажать инструмент «Текст» и уменьшить, например, размер. Давайте посмотрим в браузере. У нас с вами все получилось. Вот и все, в принципе, об этом виджете. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!